полный отчет по всем боссам по трэшу за инст. Я умирал еще, там всех трэшу. Я не вижу мида, он 21. 5,7, 5,8. Как там 5,7, чё? Ну, новое правило, идти там должна быть какая-то отметка за трэш и за боссов, за всех суммарно. В конце всех боссов ликовать, и кто меньше дает этой цифры, минусовать ЕП. Это как-то продумать. Чек на пул. 300 баллов дайте. Гляньте. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Давайте рост. Дистанцию набрали все. Вихрь будет. Веселочка, дашь сакру на первом вихре. Давай сакру. Рейндж набрали все, бьем Келя. Зашли все толдорамы, рельды, хилы. От шарика отбегайте. Чтоб шарик исчез, побегать. Бану шар. Сзади тянете, походу.
Блин, я вылетел, да? Так, давай. Лилия, звезда, анальгин, кружок. Джубанга, квадрат. Все назад ушли. Никто ничего не арит. Ладно, бейте звездочку. Потом еще тактика, если сагрится. Кружок, звездочка. Сейчас. Это было неразумное решение. Да, я понял. Меня вообще выкинуло 40. Ментор, кусишь отца Гурца, а Джериона. Интересно, а в РК можно передать? Джерион Лиле. Передать этого ГМ. Слышно меня сейчас, да? Да, слышно. Да. Ку-ку. Есть кто там живой? Есть, есть. Чё, ты нас не слышишь? Да слышно, слышно тебя. А он, наверное, нас не слышит.
Может. А, герб убьют. Кусаете эти варов, которые дамажат как ясу без укуса или там каких-то еще типов, непонятно. Же. Блять, что за хуйня? Я думаю, почему весь бой такая тишина? Тишина. У меня РК вылетела. Что за пиздец-то? Так тишина и так была. Это Олег возьмешь рейдеры вместо меня? Она хочет пойти. Видно, что-то надо. Да он тоже, походу, вылетел. А, сейчас я ему напишу. Хуйня какая-то, нерка. Ну, я тоже что-то вообще странно как-то выкидываю. Валька, Сальга. Какое-то дерьмо. Почему так РК работает? Ну, с серваком, может, проблема какая-то. Это Олег, возьмешь рейтеры вместо меня? Она хочет пойти очень сильно. Она хочет пойти или ты уйти? Мне как-то все равно, ну, блин, я так буду дома сидеть, ничего не делать. Хотя можно уйти, кто знает. Олег, мне надо минутки на 3-4 отойти. Спят ли кого-нибудь хила пока что? Ладно, я похилю. Ну, рейтри, вон тоже ходит есть. Майку похилить. Слышите тут учителя, не умеющие стакать раскол? Почему никто на вами не стакал раскол? Вы тут что-то говорите про учение. Ты на сурке не стакнул раскол, а отец огурец один стакнул. Просто по одному. Первый вешает, стакает. Один один. Что один на один? Встречай свою вторую смерть. Да кто же заменишь? Ой, твой, блин, заменишь, Олег? Сейчас я спрошу, если тут отца. В звезду все бьем. Милики, ДД, РДД. Хорошо, что сагрили трэш. Давайте кружок тоже бьем. Теперь в кружок играем. Бежали от того, я... Надо так, на практике вообще не стакнул ни раз. Найти звездочку. Звезду будем бить. Блин, милики отошли, танки не вывели, моба. Теперь звезду бейте. Эту звезду.
адовый, дай крик на хп. Спасибо. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите королю. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Так, Клойс хилы на Вальку. Джесс, оставайся, все время нужен крит. Давай на льгин ДЦ. Значит, на рейде у нас ДЦ Кралька. Жбанга спека с Холика. Холипал есть в рейде? На рейтере хочет пойти, у него холипал есть. Давайте шкаф. Рыбу поставил. Че, может быть, потом подойду? После вальки там на трэше отойдут часть делать. Поставьте шкаф. Нужно сомнуть. Блоки, вы слышите? Нужен шкаф. Там в шестой группе она. Ментор, Джелис, Зенрот, Кралька. Ретри, поставь ауру на коня. Кто может линкнуть в рейд-чат, что Фрешблад писал? ВРК. Майзендрот тут? Да. Кралька. Плюс 200 ика. Ретрия. Поставь ауру коня. Это что за ФК плюс ЕП дают? Он отменял на трэш. Ретри, ты тут? Она спекнулась только, но походу ее ворканит. Жели, он отец угрец куда-то вылетели, наверное. Меняются варами. Зачем, интересно? Лол. Типа он на его варе больше даст? Они еще кнопки менять будут. И все. Блять. Я типа Мрад думает, что он с силовиком больше даст.
Кто-нибудь знает такой ник Амбер? Сейчас линкану. Паладин 80 уровня. Пишет РПАЛ 5.6, ХПАЛ 5.5. Хочет ГИ вступить взять. Давай потом. Меня уже раздражает то, что мы тут сидим 5 минут из-за АФК. Что тут беспредельничаете? Так ты не АФКш, заходи в РК и слушай команды. Весь рейд ждет только тебя. Дай тыкните на сумму. Поставь сейчас ауру на коня и летай звездочки хиль вальку. Блин, я только переспекнула с ДД. Сейчас обратно переспекаюсь. Нет, я на рейде. Да. Того. 10 минут. Богдан, это тезка твой. А Джерин, ты зайдешь в меня? Провали, чё нам? Ну вот паладин. Нико. Так где ты на варе? На отце огурца, я не знаю где Мурат. Он должен быть на моем варе. То можно побить, наверное, уже, не? Ладно, уже погнали, так. Танки пуляйте. Он уже продает его. Голд пиздит, я знаю. Аура воина света будет? На Марат ценным Аки 30к. Сейчас их не будет. Поставьте почту. Бейте подавление, оно сейчас стакается. Можете, пожалуйста, усиление магии на Валитре повесить? Порталы, разгром там кастуется, я смотрю. Заняли все порталы. Сзади вальки 4 портала есть. Будем летать за звездочкой. Давайте за звездой. Зависли. У всех это, да? Дискон. Ну, не было дискона во время боя.